24 марта 2018 года, 12 часов 14 минут, футбол, Испания, в январское трансферное окно. Реал рассматривал вариант с приобретением нападающего Ромы Эдина Джека, сообщает Марка. По информации издания, мадридский клуб выходил на контакт с 32-летним боснийским футболистом. Отмечается, что последнее слово в возможном переходе Джека в Реал оставалось за главным тренером сливочных Зинедином Зиданом, который отказался от такого варианта усиления состава. Интерес к Джека зимой сначала проявлял Челси, а потом появился вариант Реалом, однако в обоих случаях игроку предлагалась лишь роль запасного. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Джека забил 13 голов в 28 матчах за Рому. Джека стал первым футболистом, отличившимся 50-10 мячами в 3 из 5 топ-лиг Европы. Источник: Марка. Сообщить об ошибке комментарии 0-24 марта 2018 года.